чем навеялось название? Вообще, что для вас понятие «любовь»? Потому что в украинской терминологии любовь есть кохання, любовь есть як любовь и есть любовь як хтиво. Что это за любовь? От ваша? Розумієте, це все разом. І тому я виставку назвала не кохання, бо тут йдеться не тільки про кохання, а про любов от якраз в цих різних іпостасях. І тут і Божа любов, і тут і відносини складні з Богом людини, і складні відносини чоловіка і жінки. Тобто оця три іпостасі, триєдність така, вона якраз присутня в цих роботах. Тобто я ширше розглядаю поняття «любов». По-перше, я її дуже добре знаю як людину, тому що я її чоловік. По-друге, я її дуже добре знаю як художника, тому що ми формувалися ніби раз. І, в принципі, Тетяна дуже специфічна людина. Навіть колись я можу сказати одне, що вона поміняла стиль. Можна сказати, не всім розуміли, бо раніше в неї був стиль дуже такий, як класичний, звичайний, нормальний стиль. Всі був зрозумілий. А потім вона почала виражати себе. А виражати себе – це яка от не всім людям зрозуміло. А одне, що я можу сказати, що вона якраз тепер досягнула своєї істини, себе, показала світу по-настоящому, то, що в неї в глибині в душі. Вона повноцінна людина. Тетяна Росицька – це повноцінний художник, який можна показувати світові, як українця. Вона абсолютно український художник, який має абсолютно свою самобутність українську. Одночас має світове значення, не шароварщина, а така, знаєте, нормальна, нормальний світогляд український. І видно в ній абсолютно завжди духовність, тому що вона звертається і до Біблії, і до того, і до того, і до того. Тобто до першоісточників якісь істини. Так що оце, що я можу сказати про неї. Щастя її, вона найкраща людина. Талановита і дуже як хороша, як жінка, і дуже хороша, як людина. І дуже талановита, як художник. Щастя їй. Страстного, который живет эмоциями и сердцем. И она это представляет в своих картинах. Мне это очень импонирует, поскольку я ощущаю искусство. К искусству невозможно относиться равнодушно, а тем более к такой теме, как любовь. И Таня в своих работах выразила эмоциональное напряжение. Я ее очень люблю как человека, поскольку это человек открытый. А это очень ценно. Доброта и открытость – это для меня такие качества сердца человеческого, которые приоритетны перед многими другими качествами. И она человек творческий, яркий. Это такой фейерверк красок в женском обличье. И, собственно, по ее работам это видно. Вот эти импульсы, эти такие страстные сочетания цветов, красный, черный, эти контрасты, эта импульсивность. Она выразила себя в своих работах. Думаю, да. Конечно, прекрасный художник. Я очень уважаю.
Соня, декоратор, она закончила школу Ликера, нашего известного в художественном институте, профессора, который учил людям людей работать на сцене, отправляет сцену. То есть, Таня, прежде как истинная ученица своего профессора, работник сцены, она знает декоративные приемы и декоративный вообще смысл оформления работы. И поэтому ее работа, это, ну, для меня это еще такая красочная, шикарная, такая даже тяжеловатая в своей поверхности кулиса. Это работа с несколькими цветами, которые очень филигранно там размещены линией, формой, пятном. Еще она работает, мне еще нравится, на стыке с таким американским течением поп-арт. Вот, ее работы апеллируют к массовому вкусу, к простому изобразительному ряду, ну и, как ни странно, к роскоши. Но это уже дань сцене. Знаю ее, начиная с академии. В общежитии Академии художеств мы жили в соседних комнатах, делились тарелкой борща, куском хлеба. Вот. Поэтому ее творчество я знаю очень хорошо. Начиная с реализма, начиная со школы академической и продолжая, так сказать, современным ее творчеством. Эвелина, а вот чем вас лично, как человека, Танины работы берут за душу? Потому что такая тема – любовь. Вот вы как женщина, что об раскрытии этой темы скажете? Что раскрытие... вам в этих увиделась картинах? В этих картинах мне увиделась тоска женщины о мужчине, который на войне, который защищает что-то дорогое, либо непонятное, и которого она может лишиться в любой момент. Это кровь мужская и женские слезы, скажу так. Ну и что мы Тане пожелаем, как женщине и как художнице? Я пожелаю, чтобы у нас в стране был мир, и тогда картины станут разноцветными. Красное и черное переменятся в другие цвета спектра. Вот. Они сейчас сияют, но не засияют другими красками, когда у нас будет мир в стране. Самое главное, что можно не сказать, зная ее, это ее искреннее отношение к жизни вообще, и к людям, и к жизни. И это красной нитью проходит и через нее, как через личность, и через ее творчество. Это можно увидеть и на этой выставке тоже, то есть насколько остро она переживает все человеческие чувства, главные чувства, и происходящее в данное время у нас в стране. Это все очень-очень-очень тесно связалось в ее картинах. Очень тесно, гармонично, ярко и искренне. На самом деле, она всегда была великая, и я у себя открывал ее каждый день, каждую минуту. И мне очень приятно, что на самом деле, вот, я каждый раз удивляюсь, когда Татьяна открывает любую выставку, потому что у нее всегда разные, и у нее всегда разные периоды, и она волнуется, и она
живет это время, пространство, и она показывает вам, ребята, ну то есть, потому что я очень люблю Татьяну. Честно говоря, Татьяна, это для меня это открытие на сегодняшний день. Она всегда разная, так, женщина, потому что она не может быть, но одинаковая всегда, постоянная. Она разная, это природа, ребят. Надо понять женщину, извините. Вот, за мою грубость. Да, я люблю женщин. Видно, що у вас є якийсь певний людський досвід. А от що стоїть за цим досвідом? Може якісь власні переживання, власні намагання зрозуміти суть природи там, чоловічої чи природи взагалі людської? Так, ви праві, досвід є і особистий, це свої особисті переживання і намагання зрозуміти свої почуття, зрозуміти себе. Знайти своє кохання і зрозуміти для себе, що для мене таке любов. Так. Може, підкажете глядачам нашого каналу жіноцтву, які риси повинна мати жінка, щоб вона творила такі картини, щоб було відчутно, що вона когось любить і що її хтось любить? Складне запитання. Я думаю, жінці треба лишатися самою собою, бути цікавою особистістю, бути такою, як вона є, проявляти себе